Контрнаступу не відбулося, але ми відбили його без суттєвих втрат. Такі тези, які суперечать одна одній, поширила пропагандистка Маргарита Симонян. Ба більше, у своїй промові вона вкотре наголосила, що проти РФ воює увесь західний світ. Далі почуємо чергову брехню Боброїдки. І коли ми побідемо, ми повинні будемо з гордістю признати, що це невиданное, немыслимое и неслыханное достижение в нашей истории. Представляете, в одиночку со всей мощью западного мира. Контрнаступление не случилось. Ни весеннего, ни летнего, ни весенне-летнего. Будем ждать осенне-зимнего. То контрнаступление, которое против нас готовил весь западный мир, повторяю, мы отразили и, в общем-то, без, слава Богу, без существенных потерь для себя. Рупори Кремля продовжують вишукувати нових ворогів Росії. Цього разу у пропагандистській студії заговорили про Японію. У цій країні вони тепер також вбачають небезпеку, яку саме дізнаємося далі у їх прямій мові. Як може нам угрожати Японія? Ви знаєте, несколько було дуже цікавих сценаріїв брошено в своє время. Когда в 2011 году Япония объявила Южно-Курильские острова оккупированными Россией. А вот представьте, если они туда высадят не армию, а толпы мирных японцев. Женщин, детей, стариков, как колонистов. Вот такая крупная провокация. И примут в этот момент решение о восстановлении суверенитета Японии над островами. Мы их будем убивать на глазах всего мира? А вот японцы смотрят, как мы мягко реагируем на обстрел наших населенных пунктов, и думают, ага, то ли будут жестко реагировать, то ли начнут какие-то переговоры, учитывая, что сама Япония прикрыта американо-японским договором безопасности. Поэтому тот факт, что мы можем получить сильную вооруженную Японию, которая будет сначала говорить, да это не против вас, это против Северной Кореи, против этой опасности. Вот с этим, боюсь, на Дальнем Востоке нам тоже предстоит считаться. Країна, у якій відсутній нацизм, так називають Росію лише кремлівські пропагандисти. На ділі ж все зовсім навпаки, і доказом цього є факти. Зокрема, днями у московському метро стався скандал через те, що дівчина була одягнена у хіджаб. Росіянин почав принижувати мусульманку та намагався взяти, точніше, зняти з неї хустку. Аргументував це тим, що вона, мовляв, може нести терористичну загрозу. Далі побачимо, як це було. Потому что я являюсь гражданкой Российской Федерации с рождения, и я очень уважительно и толерантно к другим религиям и национальностям отношусь. В тот день я ехала со своей начальницей, православной женщиной, мы с ней в прекрасных отношениях. Решение покрываться таким образом полностью мое. Я не призываю к этому другие религии или других мусульман. Полностью мое решение. Ситуация произошла так. Мы спокойно сидели, общались, подходит мужчина, начинает просто вплотную к моему лицу кричать и совать руки в мое лицо. Если бы не было физического взаимодействия, я ситуацию просто бы оставила. Возгласы были такие, что я не имею права носить хиджаб в России. Я представляю человека, а вы все толерантные, да? Да. То, что у нас русских пацанов на СУ убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я что хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она какие вопросы? И что? У нас это террористическая угроза может быть. Послушай, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан? Я с тобой разговариваю вообще. Я заступился за девушку, потому что мне неприятно. Будь это девушка в этой одежде или в другой. А я за него заступлюсь, понял? И что? Понял? И что? Правильно делает замечание. Правильно? Да. Їздити в громадському транспорті на Росії небезпечно, можна і втонути. Відтак Ростова-на-Дону настільки затопило зливами, що пасажири маршрутки були по кісточки у воді. Тож порада росіянам добиратися на роботу у човнах чи на надувних матрацах більше не здається іронічною. Ой, какой ужас.
Я не знаю, что ты сделал. Ну, предали, вот фонарь.